Сегодня я хочу представить вам книгу Евгении Перловой, которая называется «Танцы, огурцы и большие мечты». Что делать, когда одноклассники тебя возненавидели, а лучшая подруга с легкостью предала? Не предают только танцы. Главная героиня с очень красивым и необычным именем Есения никогда не отчаивается и идет вперед. Она верит в то, что ее мечты станут реальностью. Она очень любит заниматься танцами и очень мечтает о том, чтобы у нее была настоящая и преданная подруга. Но бывает, что в жизни все меняется в одночасье, и враг, который был еще вчера, сегодня может стать тебе другом, окажется в трудную минуту рядом и протянет руку помощи. Прочитав эту книгу, вы узнаете и поймете, что мечты сбываются, если мы им верны. Книга предназначена для читателей младшего школьного возраста. Евгения Перлова – писатель, поэт, переводчик, дипломант Всероссийского литературного фестиваля конкурса «Хрустальный родник» и международного конкурса детской и юношеской художественной литературы имени Толстого. Книга, которую хочу я вам сегодня представить, книга о подростках. Причем эта книга не просто о подростках, а о современных подростках. Вышла она в издательстве «Аквилегия М» в 2014 году. То есть совсем новая книга о современных подростках. Вышла она в серии «Современная проза». Автором ее является Анна Игнатова. Анна Игнатова живет и работает в городе Санкт-Петербурге, преподает русский язык и литературу, а еще она очень любит путешествовать. Это третья книга Анны Игнатовой «Ураган в подарок» о современных подростках. Мне не хочется ее вам несколько пересказывать. Если вы позволите, я вам ее немножко прочитаю. Самое-самое начало. Борису Ракитину, ученику 9 Б-класса, круглому отличнику, спортсмену-ориентировщику, гитаристу, чернобровому красавцу, любимцу класса и учителей, ужасно не повезло в жизни. А что нет, он родился 20 июня. Ни разу за 9 лет учебы в своем классе не принес он в школу мешка конфет для одноклассников, не выслушал аплодисментов в свою честь, не пригласил друзей домой на день рождения. Ни разу в его честь не спели ни одной переделки, не сделали ни одной газеты. А сам он весь учебный год придумывал для именинников песни и смешные подписи к фотографиям. Книга Анны Игнатовой, лауреата премии международного поэтического конкурса имени Ренаты Мухи, финалиста конкурса «Крапивина», «Ураган. Подарок».